Развітваемся с летом. По словам синоптика, уже у субботу надворье на территории Могилевщины начнет меняться. Слубок термометра будет снижаться, а осень начнет покрыху отвоевывать свои позиции. Так, 22 вересня чекается переменная облачность. У ночь без опадка, у день краткочасовые дожди, навод навальницы. Ветер 6-11, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи до плюс 15, у день плюс 23 градусы. Не застанется на месте температурный слупок и у неделю. У день будет только плюс 17. До того же захавается порывистый ветер и местами махчимы краткочасовые опадки. На новом тыдне на дворе не лепш, кажут синоптики. У понеделок у вогули оранжевый узровень небеспеки. Чекаются порывы ветру 15-20 метров за секунду, местами навод до 25, и все у сопровождении протяглых мощных дождей.